get busy living or get busy dying. That's goddamn right. Всем привет! Это видео о прогрессе моего аккаунта. Сейчас 27 августа 2020 года. Как вы можете видеть, первый вход в игру на этом аккаунте был осуществлен 25 августа 2017 года. То есть на данный момент я играю в эту игру уже на этом аккаунте более 3 лет. Начнем с умений командира. Сейчас больше всех интересует умение, чем сама прокачка. Итак, уровень у меня уже 15-й. 12-й уровень полностью прокачан. На 13-м уровне у меня осталось 4 умения. На 14-м тоже большая часть прокачана. И начат 15-й. По флоту это 14% атаки флота. По авиации это 12%. Атака здания 16%. Стартовые ресурсы 14%. И защита всех юнитов 7%. Основные вот эти умения, которые очень важны и играют важную очень роль. Также на 13-м возможно выучить умение поступления ресурсов. У меня на данный момент это 7,5%. Но надеюсь, в скором времени мне удастся дойти и прокачать еще 3% поступления ресурсов, и станет играть намного проще. Сейчас на данный момент у меня 28677 звезд. Винрейт вы видите на экране. Вот также можно наблюдать умение командира, 192 умения. Сыграно почти 7000 боев, более уже 7000 боев. 800 игр скирмиш. Ну и перейдем к прокачке. Штурмовик фуловый, крепость практически, Зевс, Тайфун, Град, щит, циклон. Пока не планирую, но в будущем, возможно, и тоже прокачаю циклон. Также Вертекс, Тор, Дельта. Совсем не прокачивал умение Дельты разминировать, так как считаю это бесполезным. Если сопротивленец за море все заминировал, то Дельта тут не поможет. Викинг фуловый, Посейдон, очень, ну, неплохой Посейдон, но, как видите, еще остались улучшения, которые можно прокачать. По зданиям штаб под 25 ранг, кроме жизни и брони. Стройдвор тоже под ранг, электростанция, центр снабжения прокачаны полностью, казарма, завод штурммашин, спецмашин, производство прокачано полностью, а броню вот буду докачивать еще. Авиазавод обязательно под ранг, аэродром также, верфь под ранг, система наведения, очень хорошая штука, все качайте ее, у меня она тоже под ранг. На 26-м откроется урон, и также откроется жизнь и брони. Обязательно их прокачаю. Стенка фулл. Бункер.
оборона необходима, поэтому оборону я качал в первую очередь. Оборона у меня тоже фул. На 26-м откроется последнее улучшение торпедной платформы. Это урон и дальность в половину клетки. Итого у меня будет на 26-м дальность 11. Так, торпедная установка вот 12. Дальность 12 клеток. У ПВО будет 11 клеток. Вот, в общем, все. Самое главное рассказал. Это, наверное, последнее видео о прокачке. Но подписывайтесь на канал, кто хочет видеть мои бои в PvP, турнирах. Всем удачи!